Всем привет! Я Алексей Павлов, шеф-повар ресторана «Барселонета» города Сочи. И я очень рад участвовать в шеф-челлендже «Конечного дома руля». Я приготовил десерт. Райское дерево из шоколада, печенья, мусса из мушмулы с коньяком, сахарного облака и пряной черешни в коньяке руле. И я бросаю вызов шеф-поварам Айдару Бакиру, ресторан «Дом», и Валерию Козлову, ресторан «Причал 27». Всем вперед!